Эй, йоу, what's up? Вы находитесь на канале Рубака FM. Играем за Лейшу. Прикинь, начинаю я миссию и такой хоп. Смотрю, а тут какая-то стоечка, а тут какие-то кассетки. А давайте посмотрим их. На чем мы их можем послушать? Я думаю, здесь где-то наверняка должен быть какой-то плеер. Иначе нахрена здесь кассеты? Еще один нюанс. По задачам. Найти очевидные улики, найти доктора Ричарда. То есть миссию с тем, чтобы послать там какого-то посыльного чувака, который занимается перемещением сосудов, там мы провалились. Плюс миссия с освобождением, с тем, чтобы освободить там сосуд, который заперся. Там я тоже провалился. На самом деле, там надо было внимательно читать, к какому типу она относится и какой именно наркотик ей нужно отослать. Треджекс, вот этот. Какую именно версию его надо было ей отослать. Я, короче, отослал ей все к херам. Все возможные и невозможные. И это оказалось неверным. И, к сожалению, она, наверное, умерла. Но она так и осталась там, заперевшись, лежать. Вот. Сейчас я нашел какие-то кассеты, но я не знаю, где можно их воспроизвести. Возможно, у самого доктора Ричарда Данема. Ричард должен быть где-то неподалеку. Так, а вот и оно. October 28, 2001. Или первые признаки интенсивного усиления резонанса. Резонанс обоих сангвиников вырос до ранее недостижимого уровня. Превосходный вкус. Должен признать, мне все тяжелее сдерживаться. К сожалению, пациент 211 пострадал от моих действий. Я продолжу работать в этом направлении. В прошлом месяце мы добились многообещающих результатов с новыми типами химического препарата XXX. Я думал, что стою на пороге прорыва. Боюсь, я рано радовался. Похоже, что доза амфетаминов, которую я им дал, была слишком высокой. Мои расчеты, должно быть, закралась ошибка. Пациенты 216, 17, 222, 25, 26 погибли во время эксперимента. Следует попросить Уайта привести новых подобных. Заметка к досье пациента 1. Курс лечения продолжается с сохранением положительного воздействия на галлюции. Заходите. Доктор Данем, доставили ваши реагенты. Прекрасно, положите их сюда, вы можете идти. Чё пыхтит-то там? Чё он там делает?
Авторские права. Надеюсь, они не работают на этот... на эту мелодию. Мы с Берлом хотим открыть бар крови, и качество крови в нем превысит даже мои собственные ожидания. Я вновь смогу сконцентрироваться на исследовании и контролировать работу членов часовни. Этот Берл со своими безумными затеями, в конечном счете, принц была права. Только мое исследование способно положить конец голоду. Если удастся стабилизировать эффекты в неприметных контейнерах, мы станем невидимыми для остального мира. Это я, по-моему, читал уже. Да. Это какие записи-то были? Расскажите мне. Вот, кассеты. Кассета 7, кассета 28, кассета 12, да. Пациент 16, Генес, сородич, слабокровный, Эдди Брайтон. Субъект пришел в алый салон по собственной воле. Он явился после получения становления. Выглядел изможденным, избитым с толку. Сир прислал его в салон перед исчезновением. Отчитался о проблеме Кей-Кей. Если все сородичи нарушили правила, будут присылать мне свое нежеланное потомство, к чему это приведет? Кей-Кей дал согласие на то, чтобы я продолжил удерживать Эдди в целях проведения исследования. Приятно, когда принц понимает важность моей работы. Я долго... ...адаптируюсь к своему новому состоянию. Я держу Эдди отдельно от остальных. Мне бы не хотелось, чтобы субъект 0 развила к нему привязанность. Да, это было бы любопытно, но никак не помогло бы развитию науки. Эксперимент с использованием Trajax DAPV-23 не дал убедительных результатов. Э не ощутил разницы. Однако подопытный сосуд погиб. Каждым днем я увеличиваю концентрацию топирамата на 0,2%. Это первый случай, когда подопытный сосуд пережил ночь. Э сообщил, что почувствовал разницу. Э больше ничего не ощущает, несмотря на изменения в процентном содержании трамадола и бензодиазепина. С другой стороны, изменения в поведении невозможно оставить без внимания. Я перестаю понимать речь Э. Он утратил. Отказывается от дальнейшего участия в эксперименте. Он был так агрессивен, что нам пришлось запереть его в моей лаборатории. Его состояние слишком сильно ухудшилось, и он больше не представляет пользы для моих экспериментов. Однако я продолжу его изучать, так как побочные эффекты оказали на него существенное влияние. Кто-то где-то я читал про Фрейда. Дэвис. Да я это все набрал. Вот это вот у меня вопросик такой. Майк. Одри. Два, четыре, три, один. Скорее всего так. Два, четыре, три, один. Yeah.
Номер 2, номер 4, номер 3, номер 1. 2, 4, 3, 1, 5. Логично? По-моему, выглядит очень логично. Как это работает? Алло. Может, 1, 3, 4, 2? 1, 3, 4, 2, 5. Нет. Так, и что же мне делать с этим? Для чего мне батарейки? Я помню, что кровь Прейда у нас где-то было во время прохождения миссии за Галиба. Скорее всего, оно там появлялось. Что там какие-то доктора говорили о том, в какой последовательности лучше использовать там. Начать изучать. Нужен какой-то пароль. 4, 3, 1. Записи, но я на записи не помню. Note for patient one's case file. The treatment is following its course with continued positive effects on the hallucinate. Note for patient one's case file. The treatment is following its course with continued positive effects on the hallucinate. Come in. Some chemicals have just arrived for you, Dr. Dunham. Great. Put them here. You may leave now. Mm-hmm.
Подошел, пооткрывал. По-моему, три раза должно быть. Да, я все-таки нашел, где пишется про эти работы Фрейда. Том 3, 5, 4. Но в первую очередь стоит прочесть том 5. То есть 5, 3, 4, скорее всего так. Или 5, 4, 3. Ну-ка, давайте попробуем. Давайте сначала 3-5-4. Если 5-4-3, 5-3-4. Ой-я! Хорошо. Открылось. Давай, пог... Что это, блядь? Second layer of security. Что за херня? И что делать? Так жестко ты. Личные записки, внимательное прочтение вышеупомянутых публикаций сподвигло меня пересмотреть убеждения касательно нежизни сородичей, основанные на психоанализе. Миф об Эдипе укажет верный путь тому, кто сможет истолковать его. В этом нет никаких сомнений, он послужит ключом к раскрытию всех мрачных секретов крови. Миф об Эдипе... Это картины, скорее всего. Рукам. Наверное, по рукам. Только на чьи руки смотреть? Допустим. Это два, правильно? Четверка. Она как будто бы смотрит вправо вниз у нее, а у него смотрит где-то на 3 часа. Непонятно, чем я занимаюсь, вообще непонятно. Вот так, допустим, тут троечка ровно на 6. Тут ровно на 9. Блять, сука, мега мозг. Ого. Какого? Это лаборатория? Черт, Ви. Надо срочно уматывать отсюда. Пациент номер один, генез, сородич, становление получено случайно и против воли, местоположение между Брестом и Нью-Йорком, имя Мари. Мне пришлось произвести манипуляцию с памятью субъектов 0-1, чтобы не вызвать психического шока. Пока что я буду стирать всю память об их сеансах кормления. Я считаю, что она не располагает внутренними ресурсами, позволяющими... Постановление было получено от меня.
Сегодня вечером она смирилась со своим состоянием, мне не пришлось прибегать к гипнозу. Сосуд дал согласие, что существенно упростило дело. Она должна проявляться быстрее, Квентин желает ее видеть, но я не думаю, что мы готовы. Наши сеансы начинают приносить плоды. Удивительный союз. Возможно, это результат манипуляции с памятью, но изменений в поведении нет. Похоже, субъекту удалось сохранить нехарактерные для сородичей чувства. Кей-Кей абсолютно очарован, как и двор. Подобные особи невероятно редки. Его видения необыкновенно детальны и точны, но восстановление с каждым разом дается ей все тяжелее. Искусственный сон помогает ей восстановиться, но из-за него возникают перерывы, которые крайне тяжело воспринимаются субъектом 0. Предпочитаю быть вдали от двора. Субъекты 0 и 1 получают приглашение слишком часто. Боюсь, субъект 0 снова выйдет из-под контроля. Пришлось согласиться на ее просьбу, не берусь предугадать последствия, учитывая ее естественные наклонности. Я пытался предупредить принца о возможных рисках и о том, что негативно скажется на моем исследовании, но она не стала слушать. К счастью, пока что сон ее стабилизирует, она непременно должна проходить курс лечения после каждого пробуждения. I've got a feeling of deja vu. Я будто бы знаю эту историю. Like I know this story. I've heard the name Marie before. Мария, это имя мне знакомо, но откуда? Ой, солнце, мне кажется, тут столько дерьма, что мы с тобой его не разгребем. Понятно, что принц приказал, видимо, убить дочку. Похоже, Ричард закончил возиться с пробирками. Так, ну больше здесь ничего нет. Этот коридор. Чипиздрик какой-то ходит. Не могу, да, заглянуть? Не заставляйте меня это пить. Понятно, это дурка. Местная вампирская дурка. А это тот самый вход, который постоянно снится Лейше. Алло. Понятно. Привет. Какого? Мама, Холзи, все в порядке. Стой, что за? Какого? Подожди, вернись. Вот дрянная девчонка. Стой, вернись. Холзи. Этого не может быть. Ее здесь нет. Я сама ее выдумала.
If she wasn't real, ее здесь нет. То и мужчина не мог ее увидеть. No, нет, хватит. You. Тебя тоже не существует. Они ее видели, иначе не стали бы в нее стрелять. Тебя ведь не было, мне стало лучше. Лейша, посмотри на меня. С тобой все в порядке, но тебе надо вернуть потерянное. Нет, я не стану тебя слушать. Я ничего не теряла. Ричард основательно промыл тебе мозги, и вот ты ничего и не помнишь. О чем ты? О том, кто ты на самом деле. Я знаю, кто я. Уверена? Если это так, скажи мне, кого ты ищешь? Класс? Это что, это все проебано, да, получается? Ну, получается, что все проебано. Я не знаю, что я ищу. Я... Нет, я не... Давай, скажи. Я не знаю. Не знаю, что делаю. Так-то лучше. Наконец-то ты честна с собой. Ты и правда не ведаешь, что творишь, потому что забыла саму себя. Ничего, ты сумеешь вспомнить. Сосредоточься. Ты мозаика, распавшаяся на тысячу маленьких фрагментов. Если не будешь постепенно собирать себя по кусочкам, остальное потеряет смысл. Но у меня нет времени. У тебя нет выбора, а не времени. Прошу, поверь в себя, ты этого заслуживаешь. Даже будь у меня желание, я не знаю, с чего начать. Я могу тебе помочь. Начнем сначала. Попытайся вспомнить. Как тебя зовут? Может быть, Мари? Или Джульетта? Кто внимательно читал? Кто внимательно читал? Это был не я. Так. Смотрим, какие досье на кого у меня есть. А, ноль. Нулевой пациент. Или первый. Имя Мари. Мне кажется... Да? Я видела имя на папке одного пациента. Кажется, меня зовут Мари. Да, я знала, что ты вспомнишь. С возвращением, Мари. Я начинаю вспоминать. Попробуем иначе. Постарайся не задумываться, Дэвид. Придет тебе на ум. Хорошо. Кто такой Ричард? Я всегда думала, что он мой сир. Но это не так. Он сир Холзи? Да, ты начинаешь вспоминать. У тебя получается. Задам тебе последний вопрос. Не спеши, подумай над ответом. Кто такая Холзи? А вот это я не знаю. Моя дочь? Вряд ли. Мое дитя? Не может быть. Она галлюцинация. Вполне может быть, на самом деле Джульетта она. А вдруг я ошибаюсь? Я нашла свое досье на одного из пациентов Ричарда. Ее звали Джульетта, да?
That's right. Да, ты вспомнила, это That's хорошо. Нас звали Мари, мы родились в 1911 году во Франции, ты помнишь? Наши родители работали на заводе по производству взрывчатки. Бадиша Ленин. Точно. Они были страшно бедными и не могли нанять няню, поэтому сажали меня в шкаф на время смены. Как-то раз произошла авария, они оба погибли. Меня нашли под обломками только через 10 дней. После этого мы перестали разговаривать. Меня положили в психиатрическую больницу. Да. Он работал психиатром в ночную смену. Я думала, нам никогда оттуда не выбраться. Нас держали под замком 10 лет. Помнишь его лицо, когда он понял, что мы беременны Джульеттой? Я назвала ее Джульеттой в честь бабушки. Очень милое имя, куда милее, чем Холзи. Никогда не понимала, почему Ричард так ее назвал. Интересно, он знал, кто был отцом? Нам пришлось бежать. Да, в 1939 году во Франции тогда началась война, ты помнишь? Нацисты убивали пациентов психиатрических... По пути Джульетта подхватила тиф. Мы места себе не находили. Ричард ничем не мог нам помочь. Ему пришлось дать ей становление, чтобы спасти. Он думал, что это нас успокоит. Нет, это неправда. Но Джульеттой овладел дикий голод. Когда мы прильнули к ней, чтобы успокоить, она выпила нашу кровь. Я была при смерти. Ричард не хотел нас потерять. Он надрезал запястье. Не жизнь. Нет, Мари. В ту ночь мы умерли, а наша мертвая дочь стала нашим сиром. Он говорил, что хочет помочь. Мы для него всего лишь подопытный кролик. Когда что-то идет не по плану, он просто стирает нам память, и мы обо всем забываем. Затем мы впадаем в спячку на годы и снова проявляемся при дворе, будто ничего и не было. Я ему доверяла. Он просто нас использовал. Но теперь ты знаешь правду. Снова. Чего ты ждешь? Нам нужно спасти Джульетту. Мне нужно изменить внешний вид, прежде чем идти дальше. Как? Кто мне... Почему я не могу в него... Слушайте, я и не могу этот... Снять это умение, способность... Еще что такое? Stay calm. She had no choice. Shit, no! Fuck your protocol! Fuck those fucking monsters too! Listen to me, dammit! She just saved all our asses. She blew herself up to protect us. It's Richard. Halsey. Where are they taking her? Я не знаю, я повышаю градус, как будто хочу уничтожить там все, что есть. Не знаю, насколько это правильно или неправильно. Но нас туда не пускают, окей. Мы и копернуть их не можем. Мне нужно на погрузочную площадку оценить, выдержали ли строение взрыв. Ну хорошо, только протокол еще не отменили. Я отмечу, что ты покинула зону.
Да, я думаю, нам надо сваливать. Или нет? Что я еще могу сделать? Да, по-моему... Давайте проверим, что наверху происходит. Погоди, я еще не закончила. Как скажешь. Я обязана пройти с имплантом или без. С каким имплантом? А, лифт завален, я понял вас. Ну ладно, тогда я пошел. Без сканирования импланта проход воспрещен. Какой имплант мне нужен? К сожалению, я про эти импланты ни хренушеньки не знаю. Так. Ладно, я займусь кабинетом. Есть что-нибудь стоящее? Какие-то документы. Думаю, здесь проводили какой-то обряд. Я пока смотрю другую комнату. Хорошо. Идем. Это займет всего пару минут. Так, что-то с чипом. Надо попробовать, наверное, до максимума разогнать.
Я не понимаю, блять. Мне нужно повысить, скорее всего, давление, правильно я понимаю? Я очень долго сейчас сижу, вожусь этим делом. Но я ни хера не понимаю, честно. Блять, ну вот всегда одна не добирает. Ну как это вообще возможно? Так нормально, блядь. You want to come through? I have to scan your implant. Nobody gets through without scanning their implant. Do you want to leave this time? Ты уходишь? Yeah. Да. Here. Блять, ну вот ты посмотри на эту хуйню опять. Я не знаю, это ошибка, она никуда не девается. Она тупо есть, блять, на моем экране. Я ни хера с ней не могу сделать, не могу не скрыть. Классно, спасибо. Очень, блядь, интересно. Блядь, и эта миссия у меня просто в проёбе везде, блядь. Два предмета пропустил. Не узнал тайну Беррелла, блядь. Потому что, сука, его хуй переспоришь, блядь. О, короче. Ну и сосуд, естественно. Надеюсь, вам все понравилось. Если это так, обязательно ставьте свои лайки, подписывайтесь на канал. Большое спасибо вам за просмотр. До скорых встреч. Пока-пока.